Ставь лайк и обязательно подписывайся на канал, чтобы красная кнопочка стала серой. Комментарии, оставшиеся 30 лайков, вы попадаете на следующее видео. Ну а это победили в прошлом видео. Поздравляю вас. Короче говоря, моя мама звезда. Мама сидела на кухне и отдыхала. Все дела и делала. Правую сотила, вымытила, посуду помыла. Какая не платит. И тут она услышала, как Настя с кем-то разговаривает. Мама подбежала к двери и прислонила стакан. Мама побежала на кухню, взяла тарелку и ворвалась в комнату. Мама, ты что так открываешь? Я пыль протереть. Мама протирает пыль и поглядывает на меня. Я положила телефон и вышла из комнаты. Мама, оглядываясь, осторожно подбежала к телефону. Стала нажимать на разные кнопки. Все запаролено. Я зашла в комнату. Я что, не поняла, а что, стол тоже что ли пыльный? Конечно. Мама вышла из комнаты. Раздался звонок по телефону. Мама начала подслушивать. Пошли погуляем. Да, хорошо. Я скоро буду. Мама на цыпочках отбежала от двери. Мам, я сейчас уйду ненадолго. Мы маркой снимаем трубку, я пойду. Мама задумалась, а я ушла. Это что она сейчас сказала? Айка, собака что ли? Не мандал, мы еще же порадно собаку притащила. Ты слышала? Мама посмотрела в окошко. Я тебя, ты это слышала? Ну, а я тоже. Я встретилась на улице с Юрой, и мы с ним сняли пару клипов в лайк. Мы пришли с Юрой домой. Как у тебя сладкий? А ты мне это случайно не задевал? А то я заливал, не надо. Мама странно начала ходить кругами и всматриваться. Мам, что случилось? Настя, скажи мне честно. Ты случайно собаку лайк не купила? Что? Нет. Кстати, мы знакомимся, это Юра. Ну, здрасте. Мы с ним лайком познакомились. Мама занервничала. Мы прошли в комнату. Чего? Что за лайк подарок? Ладно, что ты, все, кто там, ну, то есть не меня. Будем действовать по старинке. Эй, Лиса, что такое лайк? Приложение для создания интересных видеороликов. За счет своей лаконичности и удобства оно быстро набрало известность сначала в странах России, а затем в Европе и Америке. Вау, круто! Ну, нифига себе, я так отстала от жизни. Мы с Юрой стали редактировать и выкладывать свои видосики. Закончились. Здесь можно использовать различные маски, а также эффекты. Вау. Ребята, вы зарегистрированы в лайке? Обязательно регистрируйтесь. Ссылочка пойдет в описании. И не забывайте подписываться на меня. Будем снимать вместе. Мама зарегистрировалась в приложении и тоже стала снимать. На следующий день я пришла со школы. Мама снимала видео. Слушай, мама, что у нас там покушать есть? А я отползаю. В смысле? Да ты не видишь, что я не буду планы снимать. Я разозлилась и пошла к себе в комнату. Привет, Ира. Что делать, если очень сильно хочется кушать? Сейчас пойду. Что ты споешь, дура? Мама днем и ночью снимает видео. В лайк. Звучит вкусно. И ты не знаешь, я на столе нормально, да? Не может. Я вздохнула и пошла в магазин. Через полчаса я приготовила себе обед и стала кушать. Пошла мама. Настя, а у тебя в лишь ничего нет? Нет. Откуда? Все пусто. Все кусочек. А ты что лакомишься? Мама сказала, что проголодалась и решила сделать перерыв. Присоединившись ко мне, она пообедала. Ну ладно, спасибо. Я, короче, побежала. Спустя 2 месяца я пришла со школы. Мама, мне на тебя ученики. У тебя все ужин прошу, жар. Ну, а я ведь помню о личности, так сказать. Мама сказала, что у нее сходка лайкеров завтра, и ей надо готовиться. Мама, могу сказать, что есть вообще? Надо, я в Микоса она приходила. И не хочу всего готовила. Все в холодильнике. Я спросила, кто это, и мама сказала, что это наша домработница. Она ее наняла, чтобы не отвлекаться от съемок, и что помимо популярности она еще неплохо стала зарабатывать. Да, судя по домработнице, все понятно. Короче говоря, моя мама звезда. Ну и один. Ну и один, что вам понравился этот видосик, и вы обязательно оцените его лайком и подпиской на мой канал. Так вы должны принимать участие. Да, подписывайтесь на мой канал, на свой видео. Он где-то там внизу. До встречи в соцсетях и всем пока!